Это мотосумка-штаны для мотоцикла. Так она названа прежде всего из-за формы. Форма эта продиктована назначением. В левую и в правую штанину складываются вещи, и сумка закрепляется сзади на сиденье мотоцикла. После чего крепится многочисленными ремнями. Это дает возможность перевести значительный объем грузов на мотоцикле в довольно компактной сумке. Сумка герметичная. Здесь сделана закрутка по принципу гермомешка. Это позволит в любую погоду сохранить ваши вещи сухими. Объем этой сумки 80 литров. Есть также сумка меньших размеров. Ее объем 60 литров. Сумки сделаны из лодочной ткани плотностью от 650 до 850 граммов на квадратный метр. Собираются они методом сварки горячим воздухом, а это значит, что все швы никогда не расклеются, никогда не отойдут и будут служить очень долго и очень надежно. В комплекте все необходимые крепежные элементы и, собственно, сама сумка. Производство Time Trial.